Урок по вокалу класса Мамиканян Тамара Абрамовна. Занятие со студенткой третьего курса Дирижерского факультета Зарнигер Курбансаидовой. Вокалист номер 13-го исполняет третьего курса Курбансаидова Зарнигер. Я послушала вокализ, и вокализм мне не хватило движения, нет пульсации, а главное, я не поняла, о чем ты мне рассказываешь. Где либретто, сюжет, который ты должна была сама придумать? Надо доработать. И непонятно, где в этом произведении кульминация. Пение есть. Наш вокализм, ты же знаешь, что это песня без слов. Соответственно, ты должна была придумать либретто, довести его до кульминации, иначе получается бессмыслица. Ты поешь интервально и очень затянуло. Это очень медленно. Не хватило за счет того, что ты поешь интервально, не хватило движения. Где у нас наша верхушка и кульминация этого произведения, ты должна была, уже зная сюжет, о котором ты мне рассказываешь, мы с тобой об этом говорили, что нельзя петь просто вокализ. Надо продумать сценарий, настроение какое должно быть, характер. Очень затянуто. Если можно, все-таки продумай этот образ и постарайся мне это повторить. В следующий раз я обязательно прослушаю и скажу свои замечания. Не хватило еще, чтобы купол у тебя заработал. Моментами есть очень красивые нотки, и вдруг у тебя идет сползание звука. Звук надо держать более плотно на опоре, иначе тогда не работает наш купольник, соединяя грудные регистры с головным. Иначе получается, у меня две девочки поют разными тембрами. Соединяй, особенно на переходных нотах. Не делай мне отдельно верхние ноты, не выстраивай.